Михаил Чайковский любит работать в тишине. Так и тексты, и рифма лучше ложатся, рассказывает член Российского союза писателей. Заниматься творчеством спокойно, ему ничего не мешает. Это у нас самый спокойный дом, самый старый в Когалыме, наверное. Поэтому никаких проблем с соседями нет. Видимо, дом, в котором живет Михаил Чайковский, действительно самый спокойный в Когалыме, в отличие от многих других. В последние недели в администрацию города поступает все больше жалоб на нарушителей тишины. И это при том, что ограничительные меры для любителей пошуметь в округе продлили. Делать ремонт в квартире, использовать дрель и перфоратор можно только 4 часа в сутки, с 15 до 19 часов. Правила действуют в будние дни и субботу, воскресенье – выходной. По мнению губернатора, это поможет создать комфортные условия не только для граждан 65+, но и для тех, кто работает удаленно или учится дистанционно. Это меры вынужденные, они приняты временно. Пользуясь этим, хочу еще раз призвать наших граждан быть вежливыми и не зарабатывать себе неприятности, в том числе материальные, в предновогодний период и не портить себе настроение в праздничные дни. Что касается прослушивания музыки, то здесь все остается без изменений. Прибавлять громкость на телевизоре, а также разговаривать на повышенных тонах разрешено только до 22 часов. Ситуации, когда соседи мешают отдыхать, укладывать детей спать, сталкивался каждый. Если дрелит, сначала к нему подойду, успокою. Если не послушается, то тогда примем меры. Вы знаете, я что хочу сказать. Вот мы рано ложимся, а они поздно ложатся. Конечно, топ-моп, к этому же не придерешься. Они штопают, они же это как лошади начинают кровать в 12 раздвигать. Как бороться с нарушителями? Здесь у каждого свои методы. В свою очередь, постановление губернатора предусматривает такие виды наказания. За шумную ночную вечеринку штраф от 1 до 30 тысяч. Юридические лица и предприниматели за ремонтно-строительные и погрузочно-разгрузочные работы в запрещенное время рискуют заплатить гораздо больше – сотни тысяч рублей. Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Специально для новостей.